Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами в рубрике «Интересное в дороге» обратим внимание на столбики, которые расположены справа-слева от дороги и находятся на удалении 50 метров. Столбики с длинным прямым белым отражателем говорят о правой стороне дороги, а с двумя круглыми белыми отражателями говорят о левой стороне дороги. Столбики с оранжевыми длинными отражателями говорят, что в этом месте есть выезд на дорогу или съезд с дороги. Встречаются с правой стороны столбики с черным треугольником, что означает, поблизости находится телефон, СОС. Как правило, в опасных местах, поворотах, столбики с красным рефлектором. В данном случае мы видим столбик, указывающий также высоту снега. Но вот встречаются столбики с синим полукруглым отражателем сзади на столбике или красным. Для чего? Вопрос. Ответ. Эти отражатели предназначены для того, чтобы отпугивать диких животных от проезжей части. Спасибо за внимание. Чус. Пока.